Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом данного ролика, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех донатеров нашего канала за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Как вы уже могли понять из названия ролика, сегодня мы с вами станем очевидцами того, как вымирали динозавры. Да, наш канал имеет две тематики, это космос и динозавры. И я решил, почему бы не снять данный ролик. Этот ролик и мысли у меня давно были в голове, и я решил их воплотить с помощью нарезок и вырезок программы Space Engine. Насколько мы знаем, примерно 65 миллионов лет назад Земля потерпела огромную катастрофу. Да, было столкновение с астероидом Чиксулуп, который имел диаметр 10-15 километров. Посмотрите, это планета Земля 65 миллионов лет назад. Здесь нету нам знакомых материков. Это круто, согласись? Реально, это Земля. Примерно так она выглядела в то время. Сейчас на Земле господствуют динозавры. И мы шаг за шагом с вами рассмотрим, что привело к катастрофе, к массовому вымиранию всего живого на планете Земля 65 миллионов лет назад. Ну а с тебя всего лишь, как обычно, подписка, лайк и жми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.